друзья, всем привет! Сегодня у нас 5 марта 2019 года, и сегодня мы собираемся показать вам парково-пляжный комплекс Аль-Мамзар. По версии туристов, самый красивый пляж в Дубае. Вот смотрите, ехать мы будем тут таким видом транспорта, как метро, а потом такси. Сначала мы от нашей гостиницы Wyndham Dubai Marina дойдем до станции DMCC. И дальше мы доедем до станции метро на красной линии Union. Оттуда мы поедем на такси. Есть и второй вариант. Но второй вариант нам не очень подходит из-за того, что нас трое человек и особой экономии там не будет. Сейчас по местному времени 11 часов 10 минут. Дальше все точки касания времени я буду вам озвучивать в этом видео, и вы сможете понять, сколько времени может занять дорога от Дубай-Марины до пляжно-паркового комплекса Аль-Мамзар. Что касается второго способа доехать до пляжного комплекса Аль-Мамзар на метро, значит, там нужно ехать сначала по красной ветке, потом пересесть на зеленую ветку метро, выйти на станции метро Пальмдейра, пройтись примерно, наверное, 50-100 метров до автобусной остановки, и на 28-м автобусе до конечной доедем до Аль-Мамзара. Ну, еще раз говорю, как бы нам это не очень вариант подходит из-за того, что нас трое человек и особой экономии на этом нет. Друзья, только что мы прошли крутую тачку Ferrari, таких здесь полно. Очень часто встречаются и Ferrari, и Lamborghini, и масса других автомобильных марок, которых стоят очень немаленьких денег. Друзья, вот вы видите уже станцию метро DMCC, откуда мы поедем до станции метро Union, которая находится также на красной линии. Сейчас я вам показываю вход в метро. Значит, вот так сюда вы заходите, и дальше по переходу, который вы видите справа, идете к непосредственно самой остановке метро. И вот мы зашли в метро, поднялись по эскалатору и по переходу попали в здание метрополитена. Там мы купили в кассе Silver карты проездные на все виды транспорта. Об этом я расскажу в отдельном видео. Ну и дальше мы идем непосредственно садиться в поезд, чтобы ехать на станцию метро Union. Процедура контроля тут стандартная. Вы просто прикладываете свою проездную карту к сканеру на турникетах. И тут вам показывает на мониторе сканера ваш остаток на проездной карте в дирхамах. Но списание с карты денег у вас не происходит. Списание денег за проезд у вас будет, когда вы будете выходить на нужной вам станции. Потому что стоимость проезда в Дубаях разная и зависит от расстояния, которое вы проедете. В общем, сейчас на мониторе вы видите остаток 19 дирхам, которые есть на моей Silver карте. И дальше, когда я уже буду выходить, я тоже вам покажу, сколько же стоимость проезда будет от станции метро DMCC до станции метро Union. Друзья, а это первый вагон на станции DMCC, если едем из Дубай-Марины в сторону центра Дубая, то есть Бур-Дубай, Дейра. Значит, смотрите, в чем нюанс. Именно в этом вагоне, в первом вагоне, в которых Silver-карта, могут поехать в первом вагоне и посмотреть именно в лобовое стекло с вагона метро, потому что нет водителя, который управляет этим поездом. Так, друзья, мы зашли в первый вагон по Silver карте, потому что в первом вагоне по направлению в центр можно ехать пассажирам, у которых есть Silver карта, а не Gold карта. Разница между этими картами будет в стоимости проезда. То есть по Silver карте проезд получается в 2 раза дешевле, чем по Gold карте.
المحطة القادمة هي زمانك العقارية. يمكنكم من خلالها الانتقال إلى كرام دبي. The next station is Dubai Properties. This is interchange station to Dubai Tram. Друзья, забыл сказать, мы проехали одну остановку по местному времени 11 часов 55 минут. Ну и продолжаем дальше наш путь от Дубай Марины, парково-пляжный комплекс Аль-Мамзар. И дальше, соответственно, все точки касания время я постараюсь вам также само озвучивать, чтобы у вас были все детали по маршруту из Дубай Марины в парковый пляжный комплекс Аль-Мамзар. Тут я сделал небольшую вставочку в видео по тем видам, которые можно увидеть из вагончика этого метро, в том числе и небоскреб Бурдж-Халифа, то есть, в принципе, самые такие интересные виды, которые можно увидеть по пути из Дубай-Марины в парково-пляжный комплекс Аль-Мамзар, если вы едете на метро. Если кому-то это не интересно, прокрутите буквально 2 минуты и дальше пойдут все мои комментарии относительно маршрута из Дубай Марины в пляжно-парковый комплекс Аль-Мамзар. Друзья, мы приехали на станцию Юнион. Смотрите, значит, сейчас на часах 12 часов 30 минут. И время проезда от станции метро на Дубай-Марины до станции Юнион составило 40 минут. Дальше мы выходим из станции метро Юнион. Значит, смотрите, эта станция находится под землей, потому что большинство станций метро в Дубае находятся сверху. И ездят поезда по виадуку. Дальше мы сейчас поднимаемся из метро, и дальше нам нужно будет на такси доехать уже непосредственно до пляжно-паркового комплекса Аль-Мамзар. Друзья, когда вы выходите с метро, вы тоже сканируете карточку. И там вам дальше покажут, сколько же стоил ваш проезд. Значит, у нас проезд от станции метро Геймс до станции метро Юнион вышел на человека 7,5 дирхам. Делите на 3,65 и получаете стоимость проезда в долларах. Друзья, вот мы вышли на станции метро Юнион, которая находится под землей.
Здесь вот такой же самый по форме выход, как у станции, которая находится не под землей. Вот так вот выглядит станция метро Union. Ну и другие, они тоже очень похожи на эту станцию, только разница в том, что где она находится и в ее названии. Друзья, после того, как мы вышли из метро, мы идем на переход. Переход на противоположную сторону улицы. Зачем мы идем на переход? Потому что такси, вот, в принципе, есть и здесь. Можно уже непосредственно здесь сесть в такси и ехать в сам парк Аль-Мамзар. Но чтобы сэкономить пару дирхамов и чтобы таксист не нарезал круг, лучше перейти на противоположную сторону улицы, откуда уже вы прямиком поймаете такси и поедете в парк Аль-Мамзар. Держи. Друзья, вот мы поймали такси и сейчас уже едем от станции метро Union, пляжно-парковый комплекс Аль-Мамзар. На часах у меня 12:45 минут по местному времени, и дальше мы скажем, когда уже доедем непосредственно в сам парк Аль-Мамзар, сколько же времени составляет проехать на такси от станции метро Union до Аль-Мамзара. Друзья, мы уже приехали и вышли из такси. Проезд по стоимости вышел нам 20 дирхам 50 филсов, но все равно, в общем, сюда вошло 5 дирхам за посадку. Я не знаю, как их нужно останавливать, чтобы этой посадки не было 5 дирхам, но можно еще сэкономить 5 дирхам, не знаю только как. В общем, стоимость проезда составляет от станции метро Union до парка Аль-Мамзар 20 дирхам 50 филсов, делите на 3,65, получите стоимость в долларах. Что еще хочу сказать? По времени, значит, поездка составила примерно 9 минут. В общем, в 12:56 мы вышли из такси. И по километражу от станции метро Union до парка Аль-Мамзар составляет примерно, ну, то, что показало по счетчику на такси, 9 с чем-то километров. Значит, смотрите, справа от меня находится пляж, но это еще не тот пляж, который находится в самом парке Аль-Мамзар. Тут он, по-моему, бесплатный, но мы пойдем в парковый комплекс, который платный. Стоимость этого комплекса составляет 5 дирхам на одного человека. Кстати, и за детей, по-моему, тоже там стоимость выходит 5 дирхам. В общем, все это вы увидите дальше в видео. Смотрите, не переключайтесь и подписывайтесь на наш канал PSN Travel, чтобы быть в курсе самой подробной и важной информации, как путешествовать выгодно, безопасно и только с положительным результатом.
Друзья, вот на этой остановке останавливается автобус S28, который отправляется рядышком от метро Пальм-Дейра. На обратном пути мы постараемся поехать назад на этом автобусе, чтобы показать вам и стоимость, и время, сколько едет автобус до станции метро. И чтобы вам было понятно, если же все-таки вы захотите сэкономить и поехать не на такси от метро до Аль-Мамзара, а на автобусе от Пальм-Дейры до Аль-Мамзара. Друзья, вот так вот выглядит вход в сам комплекс Аль-Мамзар. Значит, смотрите. На противоположной стороне комплекса находится куча стоянок, где туристы могут оставить свой автомобиль, ну, либо местные могут оставлять свой автомобиль. Также здесь есть такси. Если вы не желаете ехать на автобусе, то вы спокойно можете поехать в любую точку, куда вам нужно, на такси. Дальше мы сейчас пойдем уже покупать билеты в пляжный парковый комплекс Аль-Мамзар. Покажем, какая стоимость этих билетов. И дальше будем изучать бухты и показывать вам эти бухты, которые есть в Аль-Мамзаре, чтобы вы смогли выбрать подходящую именно на свой вкус лагуну или бухту, как они выглядят и что там есть. Значит, вот так вот выглядит касса, в которой продаются билеты в пляжно-парковый комплекс Аль-Мамзар. Находится она сразу на входе. По стоимости она абсолютно одинаковая для всех, хоть взрослые, хоть ребенок, и составляет 5 дирхам. Мы заплатили наличными, и нам выдали один билетик на всех, в котором было указано, что здесь оплачено за 3 человек. В общем, в этом видео я постарался для вас изложить подробную информацию о том, как добраться от Дубай-Марины до пляжно-паркового комплекса Аль-Мамзар. Таким же образом, если ваша гостиница находится в районе Аль-Барши, либо там Бур-Дубая, вы так само сможете добраться до Аль-Мамзара. Единственное, что у вас будет немножко короче дорога именно в самом метро. Остальное видео, где будет подробно обзор лагун и всего того, что есть в пляжном парковом комплексе Аль-Мамзар, будет уже в отдельном видео. Поэтому, друзья, подписывайтесь на наш канал PSN Travel, чтобы не пропустить полезную для вас информацию о том, как путешествовать выгодно, безопасно и только с положительными впечатлениями. Пишите ваши комментарии. Может быть, кто-то уже был в пляжно-парковом комплексе Аль-Мамзар. Расскажите, как вы добирались в этот комплекс, а также не забывайте ставить лайки. До новых встреч, друзья, пока-пока!